Всем привет, с вами Наташка, и я начинаю новый летсплей, как это неожиданно и для меня, и для вас, по дополнению «Мир приключений». Добро пожаловать... Ой, там кто-то... Ой, кто это? Кто это? И этот летсплей будет отличаться от всех остальных очень во многом. Первое, что это не будет обзор, потому что зачем мне делать обзор на то дополнение, которое вышло уже давно. Считай, это первое дополнение из линейки Sims 3, поэтому я думаю, вы уже давно поиграли в него. Будет просто веселый летсплей. И еще кое-что очень важное и очень интересное. Я не одинока, я здесь вместе с моей подругой. Представься. Всем привет, меня зовут Карина, и я теперь вместе с вами. Нам будет вдвойне веселее, потому что с нами Карина. И давайте мы немножечко расскажем друг о друге и вообще о симах. А эти симы, можно представить, что это мы. Хотя лучше не представлять, потому что они не особо похожи на нас. Я тут парилась, создавала, более-менее похожи, но решила, ну ладно, пускай будет так, так и будет. В общем, значит так, это Карина, вот она тут в телефоне роется тут, ага, а это я стою тут, думаю о прудике каком-то. Давайте я представлю сначала Карину, потому что она тут самая старшая, смотрю, сколько тебе? Тебе 24 дня до взросления, ух ты. А я младше, ну да, по идее я младше. В жизни тоже. Ну, давайте сначала Карину представим. Характеры у нее такие. Она шутница, любит природу, впечатлительная, любит детей и любит собак. Вот, значит, у нее любимый цвет голубой, любит она осенний салат и классика, музыка. Окей. Дальше. Симова Наташка. А, ее зовут подожди, Карин. Подожди. Синий салат. Прости, он из чего? Осенний салат. Я, наверное, так сказала. Быстро. Голубой цвет, осенний салат и классика. А, это, кстати, серия 0, видение. Это не первая серия, мы сейчас не отправимся. Хотите посмотреть на наше путешествие, перейдите по аннотации. Аннотация будет в конце видео. Так, что у нас там дальше? Я. Так. Каринка Малинка ее зовут, а меня зовут Наташка Симова. В общем, неважно, я люблю природу так же, как и Каринка Малинка. Перфекционистка, да, я такая. Восторженная, добрая и любит животных. Вот Карина любит собак, а я люблю животных, вот так. Хотя я тоже собак люблю. Я тоже люблю животных, да. Еще жирафов. Так, любимый цвет оранжевый, любимая еда спагетти и любимая музыка поп-музыка. Да, все, родословное древо у меня такое, у Карины такое, то же самое просто. Ладно, в общем, мы подружки, хотя, наверное, у нас отношения... О, мы знакомые, то есть мы еще пока не подружки, но мы познакомимся обязательно. Что ж, ребятки, кому интересен этот летсплей, переходите по аннотации, которая будет в конце видео. Первая серия уже у меня на канале. Давайте, всем пока. Йоу! Да, встретимся в первой серии, пока. Ставьте лайки, пишите комментарии.